В Башкортостане создадут постоянно действующую рабочую комиссию для эффективного и оперативного взаимодействия между госкорпорацией Ростех и республиканскими органами госвласти. Предложение руководителя региона Радия Хабирова поддержал председатель Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Анатолий Сердюков. В Ростехе ставят цель собрать воедино производителей авиатехники и комплектующих, а также намерены посмотреть и понять загрузку предприятий ОАК. После этого стратегия авиационного кластера Ростеха будет интегрирована в стратегию Объединенной авиастроительной корпорации. Предстоит и выработать способы формирования внутреннего и внешнего рынков. В свою очередь Радий Хабиров отметил, что речь идет о 7 предприятиях, где работают более 35 тысяч человек. И это основа промышленности Башкортостана и экономики. Поэтому все события имеют чрезвычайное значение. Со своей стороны, правительство региона готово оказывать всемерную помощь и предоставлять всевозможные инструментарии поддержки этих предприятий, если будет осуществляться инвестиционная деятельность, сказал Радий Хабиров.